Сейчас будет борьба за спину. Максим, да. Хитростью взять соперника, обойти за спину, сводить соперника вниз. То есть, если я оказался за спиной, только тогда я делаю прием. Давайте, Максим, вырываемся, не даем спину, не даем себе сходить. А так можно, да? Вот так вот не выиграть. Бивай, Николь, до конца, до конца. Убежай. Ладно. Сумо в Краснодарском крае. Вот уже 8 лет это реальность, которая подарила нашему краю множество мастеров спорта благодаря этому человеку, Антон Пацята. Собственно, родоначальник, наверное, да, если громко так сказать, сумо в Краснодарском крае. И это не то японское сумо, к которому мы привыкли по фильмам, по книгам. Даже видно по детям, что совсем другая эта версия вида спорта. И сегодня мы на себе попробуем, что это такое. Антон нам, как действующий спортсмен, покажет, расскажет о с ребятами я попробую окунуться в эту самую сумоистскую атмосферу. Все, побежали? Давай. Все, я к ним присоединяюсь. У нас сейчас проходит общая разминочка, то есть... Ага. Ничем не отличается от любой разминки, любого вида единоборств. Вот. Крутимся в одну сторону. Все элементы. У нас будут элементы акробатики. Ага. Немножко возьмем азы сумо, то, что мы немного прививаем ребятам. Вот. А в основном у нас все идет сфокусировано. То есть те азы, которые я тоже сегодня смогу узнать. Да, конечно. Освоить. Мы же базовые классики. С другой стороны. Вот. Поэтому разминка у нас ничем не отличается. Полностью так. Садимся. Гуськом, полностью Максим. Садимся, гуськом. Обязательно надо все, мышцы, чтобы работали. Максим, завтра будете вставать с кровати и вспоминать сумо. И у нас уже есть, получается, специализированный зал, да? Да, это здесь у нас в Краснодаре, именно под сумо. Больше и покрытие здесь, соответственно. Под сумо, да. Соответствующее. Да. Это дахё, да? Ну, дахё, да, только оно без круга, соответственно, да. Но мы когда надо соревнования проводить, мы сюда соревнования. То есть соревнования бывают проводим на такие внутриклубные тренеры. Вот эта штука, у всех зрители задают вопрос, зачем она? Яката. Ну, это, в общем, мое желание было повесить ее сюда. Это японская яката, вот это дом сумо, по которому борются именно сумоисты. Я локти убрали, на Максим. Вот так вот, да, сумо чуть-чуть выглядит. Круче мозг. Если что, вот так выглядит сумо. Ну, я же говорю, вы наверняка не думали, что так что? Выглядит сумо. Приходите. Мы дошли до сумоистских упражнений, да? Да. Сикё это называется. Да. Колени в стороны, а колени носки в стороны. Носки в стороны. Носки в стороны. Спина ровная, Максим. Теперь подтягивай эту одну ногу. Звуки надо издавать ножку. Какие-то там? Ничего не надо. Поднимаем ногу вверх, садимся максимально в лопок ногой. Вот так? Нет. Вот так? Максим, еще раз, смотрите внимательно. Еще раз. Подтягивает ножку, поднимает, бьет ногой об ковер. А-а-а. Подтягиваем, высоко поднимаем. Да, чуть-чуть спина ровная, Максим. Спину. А-а-а. Еще ровнее спину, Максим. Еще ровнее. Вот так, подтянули. Максим, и... спинка ровненькая. Вот мы садимся. Вот так. Ну, оба! Это что за казачок? Это точно японское единоборство. Оба! Ух ты! Чуть-чуть боксы просто со стороны не зашли. А как вы ходите потом после этого? Объясните мне, пожалуйста. Ходим как сумоисты, Максим. А теперь садимся вниз, максимально вниз. Так. Еще вниз, еще. Еще вниз. Теперь подтягиваем ножку, выравниваемся. Мы подтягиваем, выравниваемся, Максим, выравниваемся. А, сейчас вот показываю, внимательно. Отойди, пока не сходи. Подтягиваем ножку, подтянули, подняли. То есть вот так. Подтягиваем, выдеваем высоко, выше. И вот так. Садимся, да. Спина ровная, Максим. Спина ровная, еще ровнее. Спина ровная. Подтянулись, выбросили. И вот так. Теперь другую ногу подтягиваем к этой ноге. Подтягиваем. Вытянулись, потянули, и вот так. Ну, типа того, немножко, конечно, деревянненько пока еще. Как естественно, деревянненько. Конечно, деревянненько. Так, делаем складку, пошли. Складку не сделай. Кто не сделал складочку? Ну, доделал, сейчас Максим еще не сделал на складку. Давайте, Максим. Напоминаю тем временем, что это разминка. Тем, кто доживет до тренировки, лайк. Зато хорошая разминка, никто никогда не травмируется. Очень хорошая. А у вас травмы же минимальные, я так понимаю. Вообще нет. Вообще нет травм. Вы поняли, почему сумо нет травм? У вас еще есть вопрос, куда отдавать?
ребенка, да? Мы видим, как ребята надевают пояса. Вот. Это детский Маваси. Пояс сумо называется Маваси. А сейчас мы будем взрослые Маваси надевать. Таких, как вот у Антона и остальных. И это процесс трудоемкий. Прижимайте подбородком, Максим, пояс. Вот так вот прижимаете. Подождите. Давайте. Вот так. Прижимаем. Прижимаем. Держите, да? Держим. То есть смотрим внимательно. Теперь. Смотрим внимательно. Левой рукой, Максим, левой рукой прижимаем ладонью открытой сзади. Открытой ладонью. Открытой ладонью сзади. Все. Теперь так. Мы крутимся в вот эту сторону, сюда. Ага. Крутимся, Максим, крутимся. Немножко будет дискомфорт, но потом привыкнете. Да, я уже за полчаса привык. Все. Нормально. Теперь впереди отпускаем. Отпускаем. Подбородок. Если неправильно замотать Маваси, то он разматывается и засчитывается поражение. Ага, нам не нужно поражение. Да, так, теперь в другую сторону. Отработать хорошо, правильно? Правильно, конечно. Чтобы у нас не было поражения. Отпускаем, Максим, сзади руку, все хорошо. Держите на ногах, крепко стоим. Стоим? Стоим? Да. Стоим крепко, Максим. Стоим. А, не крутимся? Нет, конечно. А-а-а. Вот так. Все. Вот так. Держим здесь сбоку, Максим. Держим. С обеих сторон? С одного. Нет, с одного. Так, и причем можно немножко в живот втянуть в себя, немножко, чуть-чуть. Да, все. Чтобы не было руку просунуть. Ага. Еще правильно надо его намотать. То есть один, это всегда вдвоем надо его вдвоем, намотать? Вдвоем, да, вдвоем мотать. Всегда во всем сумой профессионалов и в любителях мотают вдвоем. Максим, теперь садимся вниз. Садимся вниз. Вот еще. Вот так. Встаем, Максим. Ага. Это мы его затянули. Да, теперь он не развяжется, Максим. Не развяжется. Правильно, я сзади сейчас делаю еще немножко, пару моментов это завязки. Можно немножко поснимать даже здесь будет на камеру. Это морской узел, да, идет? Ну, там не морской, а японский узел. Японский? Так что, когда в туалет заходите, Максим, один не развяжете, чтобы вы понимали. Я вовремя все, я подготовился. Все создали тишину, ребята, туда. Становимся, вы вдвоем здесь попаем, разбились. Сегодня так, поработаем. Я против кого, чтоб я понимал? Арсений Аврамук. Так, вот. Мастер это... спорта, еще какой погоди. Мастер спорта? Он самокатчик у нас. А, самокатчик. Получается, безлимитчик по еде против самокатчика. Вот, Арсений у нас призер первенства края. То есть, молодец, парень трудится, 2012 года рождения. Умничка, да. Ну, у меня шансов нет, получается. Не, Максим, шансы сюда. Иди сюда, Арсений. Сегодня поработаем над переводящими, все услышали. Сейчас немножко поработаем над приемами. Так. А потом мы поборемся немножко по заданию, Максим. Хорошо. Будет три задания, хорошо? Хорошо. Две кисти берем, прихватываем. Рука на предплечье. Отпускаю кисть, перевожу, прижимаю соперника к себе. Сбиваю вниз. Еще можно помедленнее? Конечно, Максим, берите пару его. Рука на предплечье. Какая нога впереди сейчас? Если правая нога впереди. Да. Подожди, две кисти, рука на делаем предплечье. Делаем рывок, отпускаем кисть, прижимаем к себе соперника. Снова! Да, отлично, Максим. Только сам не закручиваемся, чтобы ногу себе не травмировать. Ну да. Ты нормально, жив? Жив, все хорошо. Снова берем кисть, правой рукой берем за что? За пояс сзади. Смотрите внимательно, какая у меня нога впереди? Левая за кисть, правая за пояс. Правой рукой на себя соперника выдергиваю. Шагаю назад правой ножкой, правой ногой выбиваю. Соперник падает. Сейчас. Так. Правая. Делаю шаг. И хоба. Ну, неплохо. Неплохо. Нормально? Просто перестал жалеть. Внимательно посмотрели, что показывает тренер. Работа под локти. Подбил. Под коленочки. Сбил соперника. Еще раз показываю внимательно. Руки на плечи, подбил, сбил соперника. Попробуем, давайте, ребят. То есть можно так вот на коллегах применять? Конечно, потом, да, безопасно, просто... Пришел не так, галстук не той стороной одет, или что-то еще. Раз, он сбил его вниз, и все. Ребята, уважаемые сотрудники, не надо отправлять меня на съемки. Я подготовлен. Придет обученный человек. Я придет обученный человек в Маваси. И это не покажет угроз, это спорт. Задание, Максим, слушайте внимательно. Это у нас будет борьба за ноги. Только делаем приемы за ноги. То есть взять ножку, свалить соперника вниз. Так. Только за ноги делаем борьба. Только за ноги. Только ноги кто, брать. Кто чью схватит ногу? Ну, схватил, завалил соперника вниз. То есть, как я показывал приемы, да, допустим. Ага. Готовы все? Сегодня борьба будет коротенькая, всего по 3 минутки. Все услышали меня, ребят? Хакет! Только ноги. Пытаемся, Максим, пытаемся. Как тебя схватить? А ну, иди сюда.
А кто первый коснулся? Видеопросмотр есть? Нет, видеопросмотра в сумму нет, есть только тренер. Надо видеопросмотр вести. Мишаня, иди на замену Арсения. Арсений, иди на Никитоса. Вот Мишаня немножко поищет, он чуть пошустрее, надо поймать еще. На команду. Куда мне? Окей. Максим, не падать, стараться, не падать. О, Максим! Гори ты, Голиаф! Как его? Ну, еще, не упал, Максим. Упал Максим, 3-0, Максим. Максим совсем упал. Давайте так, да. Чтобы у меня сейчас была мотивация. Да. Если я вот сейчас проигрываю, то я делаю 10 раз секьё, правильно? Да. Подряд секьё, да. 10 раз. Можно 10 отжиманий даже еще добавить секьё. К секьё 10, ну давайте будем реалистичны. 10 раз, ладно. 10 отжиманий, 10 секьё. Если я проигрываю, да. Хорошо. Давайте, Максим. Миша, ставки повышаются. Если Максим проиграет, то он будет делать. Если ты проигрываешь, ты будешь делать 20-20. Понял? По команде Хакё начинаем борьбу. Хакё! Так, 10 секунд, я продержался. 5 пока. Пошла вторая, 5 секунд. Миша, болтай немножко соперника, да. Да! Вот так вот! Ничего себе, Максим! Все! Я выиграл? Да, Миша проиграл. На этом я заканчу карьеру. Можно в сумму идти, Максим. Все! Все, делай давай. 20 секунд. Я посмотрю. Максим, ну молодец. Правда, парню 10 лет, но ничего. Ничего страшного. 12, ну все, 12. Возраст умом не помеха. Фу. Крымск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Красноармейский район, Щербиновский район, Краснодар. В этих уголках Краснодарского края можно заниматься сумо. Приходите на эту борьбу с историей в 2000 лет. И будете такими же спортивными, каким я стал сегодня. Хакё. По порядку. Оп. Оп. Все.